Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале на очередных посиделках. Эти посиделки мне напоминают где-то год назад, как я снимала видео как раз с этой вот тарелкой огромной и с этим задним планом, и этим ракурсом, конечно же. С тех пор много чего изменилось, например, камера. Мне кажется, намного все стало лучше, хотя вам виднее. Сегодня я немножко расстроена, потому что, во-первых, я посеяла карточку от аптеки, во-вторых, произошла непонятная ситуация. Я вам сейчас расскажу. Возможно, я что-то недопонимаю. Мне приходит мейл о том, что к вам на Авито зашли из Дагестана Махачкала. Я сразу такая, а у меня никого там нету. То есть есть, но они не знают пароль от моего Авито и зачем им заходить. В общем, захожу я к себе. Смотрю, там переписка. Переписка насчет коляски. Я подумала, наверное, хотят меня взломать. Но потом я смотрю, что... Нет. Тут просто человек общался там людьми насчет коляски. Причем там привязана карточка. Как я поняла, это их карточка. Просто я не понимаю, какого фига они делают в моей учетной записи Авито. Напишите, пожалуйста, было ли у вас такое. Я поменяла пароль. Захожу сегодня, вижу, что опять там переписки. И опять пароль сменен. По идее, мне от этого ни холодно, ни горячо. У меня там никаких данных нету. Мне как бы параллельно. Просто я понять не могу. Там написано мое имя, фамилия. Зачем меня взламывать и через меня пытаться... что-то себе покупать. Почему нельзя открыть себе страницу? Создать себе аккаунт. В чем прикол? И там общаются, в общем, эту девушку зовут Зульфия, и там даже есть ее номер. Я думаю, может быть, позвонить по этому номеру и спросить, какого фига она делает в моем Авито. И там, в общем, первый раз, когда я обнаружила, что она там с кем-то переписывается от моего имени, я написала всем этим людям, что меня взломали. С вами общались мошенники, так что будьте бдительны. Я поменяла пароль. Это было неделю назад, как бы забыла об этом. Смотрю, что это Зульфия написала. Я не знаю, кто это написал. Давайте обсудим дальше про коляску. Я не врубаюсь, что происходит. Единственный вариант, который укладывается у меня в голове, возможно, номер, с которым я проходила регистрацию, был папин номер. И потом что-то он посеял этот номер. Возможно, через годы этот номер продали какому-то другому человеку. Этот человек с этим номером хотел зарегистрироваться на Авито. Так как я давно проходила регистрацию с этим номером, ее сразу перекинули на мою страницу. То есть я реально не врубаюсь. Напишите, пожалуйста, если вы сталкивались вообще на Авито. Есть ли смысл вообще взламывать людей? И какие разводы там есть? То есть я так и не поняла. Но я думаю, бог с ним там переписывается с кем-то. Пусть переписывается, мне-то что. Мейл, с которым я там регистрировалась, он вообще ни к чему не привязан. В
В общем, такая непонятная ситуация, даже не знаешь, как действовать. Колбаса, ребят, это настолько вкусная колбаса. Я в жизни не пробовала настолько вкусную колбасу. Точнее, ее я пробовала, уже который раз ем. Но вот это именно колбаса, она дает мне такой кайф. Причем она самая дорогая. Небольшая вот такая вот палка, 10 манат, 450 рублей. Вот такая палка. Сегодня не хотела влог снимать. Просто походила. Надела сережки Sunlight. Теперь снять не могу, представляете? Я просто на прогулку хотела надеть. Теперь снять не могу их. Настолько прочная застежка. В первый раз в жизни вижу настолько прочную застежку. То есть это просто насмерть. Я еле их открыла. Надела. Теперь снять не могу. Но это хорошо, если честно. Мы маме недавно покупали сережки здесь. Золотые. Там и изначально была очень хлипкая застежка. А потом и вовсе. Она просто, например, дома в этих сережках. Вдруг замечаем, что одной сережки нету. Стоит ей надеть какой-то свитер в этих сережках. Все. Одной сережки нет. Мама свои сережки носит. А мне все жалко. Вот браслетик тоже. Только начала носить. Гляньте. Ну, жалко мне, не знаю. Мне прям я так люблю золото. Брокколи. Сегодня я с хлебом. Походила по магазинам. Везде скидки, акции. Совсем забыла про котлеты. Здесь внутри, если не ошибаюсь, сыр. О, да. Сыр, яичный желток. И зелень. Просто очень вкусные котлетки. Просто нечто. И давайте немножко поотвечаем на вопросы. Точнее, здесь девушка пишет свою историю. Айка, привет. Мой парень пытается многим способом заработать. Говорит, что все для меня и нашего будущего. Но из-за этого мало времени уделяет мне. И еще решил летом на 2 месяца идти работать. Следовательно, мы будем мало времени проводить вместе. Как ты считаешь, что делать? Я считаю, что понимать человека, потому что если человек говорит о том, что он планирует с тобой свое будущее, и он старается, работает для вас, мне кажется, нужно понимать. Плохо, когда мужчина не хочет работать. Например, у него есть возможности. Может куда-то устроиться, но нет. И куча таких примеров. Просто неработящие, не хотят. 1-2 месяца и все, надоело, не нравится работа, везде что-то не так. Я считаю, просто чтобы не зацикливаться на нем, ты тоже займись чем-то интересным. Он старается, ты будешь стараться для вашего будущего. Что здесь плохого? То есть, когда мужчина стремится к работе, я считаю, что это просто лучшее, что может происходить с мужчиной.
Но здесь опять же, знаете, все должно быть в пределах разумного. Если мужчина не звонит, например, неделю и говорит, что у него там были какие-то дела, я считаю, это неправильно. То есть, следовательно, все надо смотреть по ситуации. То есть, если он звонит, например, один раз в день и говорит, что все остальное время он работает, у него действительно нету ни минутки, то есть понять можно. Но если неделями человек не вспоминает про тебя, это, конечно, подозрительно. Мой папа, например, всю жизнь работал. Он не представляет свою жизнь без работы. Для меня идеал мужчины – это как раз-таки мой папа. Он всегда старался, чтобы у нас с братом все было. Вот на такого человека, мне кажется, можно и надеяться, и полагаться. Это у нас соседка в деревне, она вышла замуж за военного. У них отношения не сложились. Но он в своей работе, он был очень таким, знаете, работящим, и постоянно у него звания повышались. А там у нас у военных очень хорошая зарплата в Азербайджане. То есть уклонение от уплаты алиментов здесь невозможно, потому что у человека госработа. И ему приходилось платить алименты, хорошие такие алименты, на которые она до сих пор живет. Причем живет очень хорошо. Для деревни это очень хорошие деньги. Мне кажется, наоборот, поддерживай его. Не упрекай в том, что, возможно, где-то там не позвонил, там смайлик не отправил и так далее. Я считаю, что в семье обязательно и муж, и жена должны стараться работать. Не просто все перекинуть на мужа, что вот ты женился на мне, давай теперь обеспечивай меня всем необходимым. То есть поэтому ты тоже найди себе хорошую работу. Или хобби. Или хобби. Чтобы не скучать. Следующий вопрос. Ты-то говорила, что прислушиваешься к комментариям и меняешь стиль одежды. Ты говоришь, что меняешься, а на самом деле нет. Ты должна прислушиваться к мнению окружающих, тем более к комментариям, и не одеваться так, как показано на этой фотографии. Я вам скажу так, я выложила в Инстаграм фотографию в платье, и все мне начали писать, фу, какое бабушкино платье, какие бабушкины туфли. Честно, меня очень сильно обижают такие комментарии, мне неприятно. А есть люди, которые могут, как сказать, ну конструктивно, наверное, правильно реагировать на критику, наверное, просто я чувствую в себе, что, возможно, вы действительно правы, у меня действительно нету вкуса. Меня реально очень сильно обижают такие комментарии. Это не к тому, что пожалеете меня и не пишите такие вещи. Это к тому, что люди пишут, что Айка, ты обязана стильно одеваться. Я не считаю, что я обязана стильно одеваться. У каждого человека может быть свой вкус, свой стиль какой-то, возможно, который сейчас совершенно не моден. У нас в универе была девушка, студентка. И она иногда могла прийти, например, в спортивном стиле в универ. А иногда в стиле 90-х она приходила в перчатках, в такой шапке с вуалью. Это выглядело очень красиво.
Я бы тоже хотела бы повторить, например, какой-то такой стиль. Но потом я сразу представляю, какие там комментарии пойдут и все дела. Мне понравилась одна юбка. Она была до пола, со слониками. Такая синяя ткань и со слониками. Я даже померила, мне настолько понравилось. Но я понимаю, что это не актуально, это не модно. Я понимаю, что эта длина была актуальна в 2010 году. Сейчас все начнут писать. Модно, не модно, самое главное, чтобы мне нравилось, правильно? Ну почему-то каждый считает своим долгом тебя как-то пнуть, сказать что-то неприятное. Туфли бабушкины, платье бабушкино. Одеваешь что-то вульгарное, тебе пишут: «Ой, какая ты стала развратная». С одной стороны, я понимаю, что всем не угодишь, это понятное дело. Я захожу к другим блогерам, например, к Ольге Бузовой. И столько хейта, столько критики просто. Наверное, просто я не настолько популярный человек, так скажем, и у меня пока что не выработался такой иммунитет на все эти нападки. Просто хочется быть собой, а не подстраиваться под других. Я всегда говорю, что я прислушиваюсь к вашему мнению, но это не значит, что я должна одеваться именно так, как вы считаете правильным. Например, я буду одеваться так, как ты считаешь правильным. Но, например, другой мой зритель считает, что это некрасиво, а красиво по-другому. Понимаете, и под всех подстроиться не получается. По-любому всем ты не угодишь. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте лайки. Всех люблю, целую. Пока.